Андрей, ты справа пробежал. А кто еще сейчас? Там еще один. Это я внизу был, я убил второго. Иди нахуй, долбоёб. Я думал, ты зашел. А кто этого убил? На длине у нас есть. Он что, только что застрелил ЧВКшника? Это что-то другое? Гранат кидает. Он проходит. Один труп, да. Еще один ползет. Это еблан. Труп. Я слышал, пока не везу. Андрей, заснял эту хуйню? Какой хуйня? Это еще и боты, что ли? Все. Ну и чё ты? Ну и чё ты теперь тут делаешь, а? Дальняя там решала. А, ну видимо. Где он? Походу с иглой. Подвал рядом с нашим спауном. И он что-то шьет сквозь стены, он что, ебанутый? Так они в смысле рядом с нашим спауном. С нашим обычным спауном. Ебать, он живучий. И Андрей. Я стреляю в него. Понятно. Подвальчики. Сзади к кишке пошел. Ебать, это 4 бота, господи. Так, ладно, я пошел за... Так, все, я... Вот я убил. За что? Ау. Я что-то в киву стрелял, но бэп. Я на левый поднимаюсь на третий. Не торопись. Не. Там одетые люди. Одного. Я одного убил на третьем. Это мы, Лёш, да, ты стреляешь? Поднимай по правой третьей еще будет. Не пикай только, там бот стоит в упор к двери. И ничего не делает. Бля, это что за хуйня? Он мертв, нет? Он мертв? А, ну, у него рука сломана. Что это вообще такое? У него кепка, что-то золотая. Его золотая! Чел не палится, да? Олег, выбей дверь, я на левый. Ой, я по кому-то попал. Они еще живы. Давай, давай, все стреляй, просто пулемет. Сейчас, подожди, меня заклинило, блядь. Ага, сбавить. Да я постреляю, слышь, Олег? Давай, 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 иди. Сейчас держу. Олег, да я постреляю. Это что за труп? У меня тоже заклинило. Мазафака. Слышь, там ноги? Есть чё, лёг ты один в офисе. Я пошёл по вас. Блин, насос принял, что делал. Ау! А где? Вам-то сегодня ничего не надо? Я забрал маску. Блять, нет, вот, нет, 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 нет. Флешка, ладно. Куда флешка? Я чуть не обделался. Этот чел не сдох, вы чё, серьёзно сейчас? Он просто сидел в моём прицеле и не отъехал. Андрей, вот ты идёшь, не? Нет. Бля, там был еще один бот, он меня тапнул с дробаша. А что, это не использовано? Я мало овощей ем. Это чувак, а как он вообще? Что это за спам? Бля, это не то. Это читак. Это читак, короче. Это не был читак. Ты жив, Роха? Нет. В смысле не был читак? Ты ебанулся? Где он застал место? По-твоему, что он Олега убил на лестнице. И он даже дверь не открыл, слышишь, Андрей? Не знаю, он дал себя Олега убить. И мгновенно на втором. Ты уверен, что я не верю, что он читает? Ну, он мёд. По первому этажу. Ты с кем-то стреляешься, блин? Не, это враги. По боку смотри. Для меня у меня свои где враги. Еще? Меня убил чел два раза. Откуда? Просто выстрелил и убил голый. Да на первом этаже, блин, правый. Просто голый чел с дробашом. Ой, блять, какого говна игра, картечь Магнум. А ты сам где был, посередке или в углу? Я выходил с правой двери по первому этажу, и чел просто стоит в двери, и меня с двух выстрелов тапает. Олег, а ты не ты помнишь, что стрелял? Я, так как ты же никому не даёшь. Я на тебе случай, я... не спрашиваю.
Я убил его, чел, который душу. Он радостно сразу пошел лутать меня. Ну, естественно. Я тебе. Я сразу же сказал, что я его убил, если че. Да. Как он не сдох, это ебистый урод. Видишь, это еще была граната беззвучная. Это длина хуярится с каром. И у нас да, по железу да. Подписывается. Это прикал. Ух, ёб, граната! Жал за кар. Я же понимаю, что синхронно, это пиздец граната. Я ему пинал. Коксакер! Убил, да? Ага. Как он не умер, блядь? А, я одного убил. А, это, видимо, на длине я убил вообще. Никого не забрал? Дай. Бля, опять этот спаун говна. Вали! Блядь, дерца щеми! Ну да, да. Блять, нет. Do it!